Вы смотрите «Вестник Северодвинска», мы продолжаем. Ушел отдавать долг родине, но заболел страшным недугом. Северодвинцу, который проходит срочную службу в армии, требуется помощь. В марте этого года ему поставили диагноз «рак носоглотки 4-й стадии». Сейчас молодой человек проходит лечение в военном госпитале в Москве. Туда солдата направили из воинской части. В Семеновский полк Андрея Чекалова призвали в ноябре прошлого года. Тогда северодвинец был студентом технического колледжа, изучал сварочное производство. Отучиться оставалось полгода, но Андрей решил отдать долг родине. Годным к службе его признали городской и областной военкоматы. Но весной уже в части у Андрея начались головные боли, сказали гайморит. После операции боли усилились. Уже в военном госпитале Бурденко врачи ставят диагноз – рак носоглотки 4-й стадии. После того, как ему проведут лучевую терапию, он не сможет сам себя обслуживать. А сиделки при госпитале не предусмотрены. Как мне сказали, в части проживание матери при госпитале не оплачивается. Проживание, это центр Москвы, проживание там очень дорого. И если не будет мест при госпитале в общежитии, то придется снимать какое-то жилье в Москве. Это очень дорого. В общественной организации «Триединство» считают, сейчас у Андрея есть все шансы на выздоровление. Проведены 2 курса химиотерапии, но после процедуры необходимо восстановление. А это близкий человек рядом, забота и уход. Мальчишка, ну, только-только жить начинает, да? И вот такая нелепость. Очень обидно, что такие вещи, когда случаются именно в нашей армии. Мы отдаем своих сыновей для того, чтобы они защищали родину. Но кто-то же должен защищать и их. И когда командир говорит, что у меня 5000 солдат, и я не могу за всеми уследить, это плохой командир. Сегодня в городе установят для Андрея 2 куба для сбора средств в центральном универмаге в торговом центре на Морском 70. Также помочь северодвинцу можно, перечислив деньги на карту Сбербанка. Ее номер можно узнать в группе ВКонтакте или позвонить маме Андрея Галине Чекаловой. Телефон 8 911 569 16 27.